Специальный урок прошел в детском саду «Мишутка». Сотрудник полиции рассказал ребятам о правилах поведения на дороге. Дети такие же участники дорожного движения, как взрослые и водители. Поэтому они должны хорошо знать правила уже сейчас. Присутствие инспектора ГИБДД дисциплинирует ребят, делает беседу более значимой. Поэтому и правила дорожного движения запоминаются хорошо. Я узнала, что надо переходить только по зеленому цвету и по зебре. Что нельзя переходить через дорогу без взрослых. Я узнала, что надо более внимательным быть на дороге. Я узнала, что если машина едет быстро, то тогда надо остановиться, посмотреть по сторонам. Если уже все машины остановились, то уже можно переходить дорогу. А если не остановились, то нельзя. Уважаемые водители, в преддверии летних каникул убедительная просьба соблюдать правила дорожного движения, не нарушать правила перевозки детей. С 22 мая на территории Десногорска проводится профилактическая операция «Внимание, дети!». Цели и задачи направлены на выявление правонарушений, связанных с проездом пешеходных переходов, скоростного режима, перевозки детей. Воспитывать уважение к правилам дорожного движения необходимо уже с детского сада. Это позволит избежать трагедии, когда ребенок пойдет в школу и окажется один на один с дорогой.